Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинги на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорит в мире криптовалюты, делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первым получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфиры. А это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях. Ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 50 токенов от проекта ICST. А также можно будет получить 30 токенов ICST за приглашенного друга. Вот здесь моя реферальная ссылка. Этот airdrop я уже прошел. Почему мое видео называется 100 плюс долларов? Так как этот airdrop один из лучших. И эта площадка, которая размещает на себе airdropы Vistar, тоже одна из лучших. И поэтому на этой площадке мы с вами заработаем гораздо больше, чем 100 долларов. Самое главное, на ней быть зарегистрированным. То есть я, например, вот этот airdrop прошел ровно за 30 секунд, так как я уже был на этой площадке зарегистрирован, на площадке Vistar. Кто не зарегистрирован, я снизу оставлю ссылочку для регистрации на этой площадке. В прошлом видео, месяц или месяца 2 назад, я показывал, как это сделать. Если кто-то не успел это сделать, пожалуйста, проходите по ссылочке и регистрируйтесь. Это вам позволит в дальнейшем, когда на этой площадочке появляются новые дропы, проходить регистрацию очень быстро. Вернее, регистрация, участие в этих airdropах. Значит, что для этого нужно сделать, чтобы зарегистрироваться вот в этом airdropе? У меня вот зеленая горит кнопочка, я уже принимаю участие. Вот моя реферальная ссылочка. Значит, во-первых, зарегистрироваться на платформе Vistar. Я еще раз повторяю то, что снизу ссылочка, пройдете там видео, как зарегистрироваться. Активировать, соответственно, электронную почту, тоже там все увидите. И нажать на вот эту вот красную кнопочку, которая вот эта вот кнопочка будет здесь расположена. Она у меня была красная, я нажал, она стала зеленой. Я быстро зарегистрировался, соответственно. Ввести имя Telegram, соответственно, кошелек ввести. И нужно будет пройти верификацию. Чем сложна эта площадка? Ну, в принципе, для меня это не сложно. Для кого-то может быть сложно. Здесь есть 3 степени верификации. Я все 3 сделал. Но для участия в аирдропах достаточно 2. То есть, вот мой аккаунт. И у меня все 3 верификации подтверждены. То есть я не буду сейчас рассказывать, почему, потому что том видео, если вы по ссылочке снизу пройдете, вы это все увидите. Поэтому вот мои проекты, в которых я уже принимаю участие. Вот в этом проекте мы с вами сегодня примем участие, кто пожелает. Значит, здесь по нему можно подчеркнуть информацию. Соответственно, что он из себя представляет. Вот здесь вот команда, дорожная карта, новости также здесь можно просматривать на этой площадке. Ну и, соответственно, рефералы. Пока у меня 0, но по другим проектам у меня как бы дело идет, скажем так. Все, всего доброго. Регистрируйтесь, площадка хорошая, аирдропы она поддерживает очень хорошие. И, соответственно, если вы зарегистрируетесь на этой площадочке, как будет показано во втором видео двухмесячной давности, вы будете очень быстро принимать участие в новых аирдропах. Всего доброго, до свидания.